что нам говорят святые отцы об отношении к людям других вер. Людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении. Златоуст настаивает на том, что мы должны иметь братские чувства по отношению к еретикам и сектантам. Это слово о статуях, где святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о православных и сектантах, утверждает следующее. «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться, у меня нет с ними ничего общего, у нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем очень много общего, они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость».